يزيدية هي ديانة توحيدية. Езидизм – это монотеистическая религия, она не принадлежит никаким другим религиям, это самостоятельная религия, и она восходит своими корнями еще к митраизму, и она произошла, возникла впервые на территории современной Индии, потом она распространилась на другие районы, дошла до Европы. И вот этот митраизм — это очень древняя религия. То есть ее возраст более 4000 лет, она появилась еще до христианства. И езидизм существует наряду с зороастризмом, который является второй религией, восходящей к тем же самым корням. И многие наши обычаи, многие наши обряды, они восходят к глубокой древности. Мы можем о них прочитать в книгах, посвященных митраизму и к древним религиям народов, которые жили в этом районе. И между митраизмом и езидизмом, наверное, процентов 80 общего. И те, кто принадлежат к этой религии, к этой вере, они прошли очень долгую историю. У них были разные имена, разные названия, и сейчас вот это название, которое закрепилось, езиды, слово езид — это древнее курдское слово, оно имеет индоперсидские корни. Езид — это бог, езиды — это те, кто поклоняются этому Богу. То есть езидизм и существует в Ираке, на севере, в Курдистане. Количество приверженцев этой религии, они составляют примерно 550 тысяч человек. Многие езиды живут также, кроме Ирака, в Турции. Много их очень в России. Они есть и в Европе, в частности, в Германии, в Швеции и в ряде других стран. Езидизм — это религия, которая не стремится распространяться и проповедовать свои верования среди других народов. У нас было много путешественников, которые приезжали в наш регион и описывали нашу религию, наши обычаи, наши традиции, и мы, конечно, не упрекаем тех, кто критически описывал наше общество. Наше общество было достаточно закрытым, и многие исследователи, журналисты, вместе с тем, приезжая к нам, достаточно глубоко погружались в нашу культуру, узнавали ее. Наша религия, как я сказал, это монотеизм. Мы верим в единого Бога, в судный день, в ангелов, в ад. У нас многие обряды. У нас есть праздники. Четыре наших праздника носят официальный характер. Есть один из этих праздников является общим праздником для всех курдов. Это праздник Чача Масур, Новый год, и этот день является выходным в Курдистане.